Вот такая тут деревня. Тут очень мало домов. 1, 2, 3, 4 дома всего. И такое поле. Такой простор тут. Красота. Тишина и спокойствие тут. Деревня в Ленобласти. Небо голубое-голубое. Даже облаков нет. Практически. А, нет, тут есть. 10 лака. Интересно, там кто-то есть в доме? Сверчки стрекочут. Вот моя деревня. Вот мой дом родной. Старинный дом, развалины. Уже крыши нет. Когда-то здесь что-то было. А теперь развалины. Да. Интересно, что тут было? На карте не показывают. Я залезу туда? Нет. Почему? Если она палит, то она паливает. Посмотри, он валяется в кирпичи. Я хочу по лестнице подняться. Сейчас. Вау. Все. Теперь тут просто развалины. А раньше был богатый дом. Да. Да, уже не полезу. Страшненько. Вдруг там привидение. Наверх бы. Наверх, мне кажется, можно подняться. Надо туда подниматься. А вот он такой снаружи. Старинный кирпич это, да? Старинная кладка. Там река Волхов вдалеке. А теперь тут развалины.